В детской художественной школе города Кумертау прошла церемония награждения отличившихся мальчишек и девчонок. Медали и сертификаты различных степеней получили юные художники, ставшие лауреатами всероссийских конкурсов детского изобразительного искусства. Так, например, делегация детской художественной школы побывала на 12-м международном пленэре на Владимиро-Суздальской земле, который был посвящен 235-летию Владимирской губернии. Во Владимир собрались юные художники. 28 делегаций было, 300 детей, 300 участников. И все рисовали, выезжали, то есть это были выездные такие пленэры. То есть первый день это был Суздаль, второй день Муром, третий день Боголюбово и четвертый день Владимир. Еще кроме этого ребята участвовали в очных конкурсах, и где шла вечерами подготовка. То есть портрет друга, ребята собирались и рисовали друг друга, готовились к конкурсу. И последний день был конкурсным. Также был конкурс очной сказки Муромского леса. Тоже ребята ходили по музеям, им показывали фильмы об Илье Муромце. И затем в последний день также был очный конкурс, посвященный и этому богатырю. Пленэр – это живописная техника изображения объектов при естественном свете и в естественных условиях. Около 300 участников из регионов России, ближнего и дальнего зарубежья рисовали пейзажи и иллюстрировали архитектуру Древней Руси. В конкурсной программе воспитанница Кумертауской детской художественной школы получила диплом за третье место. Пленэрным работам я заняла место третье. Было очень неожиданно. Довольна результатом? Да, очень. Работы талантливых детей, выполненные в разных направлениях, участвуют в конкурсах не только за пределами Башкортостана, но и выставляются в родной школе. Своих достижений у меня пока нет. Я не участвовала ни в каких конкурсах. Я пока просто учусь рисовать. Хотелось бы все равно, чтобы и наши ребята заняли первое место, чтобы наша школа всегда была первой. Оригинальная манера исполнения, индивидуальность в каждой работе и огромное желание – такой фундамент заложили педагоги детской художественной школы своим воспитанникам. Елена Чернухина, Андрей Дорошкевич, Новости.